Привет. Сегодня уже 10 у нас августа 2019 года. Вот я хотел показать. На улице сейчас 20 градусов тепла. Сейчас около 12 уже часов, где-то 11:30 ночи. Нет. Собаки гавкают. Моя жена им кушать дает. Вот я хотел показать. В общем, вот если пчелам нормально, как бы они себя чувствуют. Вот, они вот так вот там на пролетке лазят, короче, там шлифуют, чистят. Короче, вот такой вот занимается. Вот показы. Ну, то есть, если нормально у них там все, тепло им в улье. Вот, а если им в улье прохладновато будет, они, получается, как бы, ну, вот они тут тусуются. На пролетке чистят. Вот 20 градусов, получается, им нормально. А когда у них получается холодно, вот у нас было похолодание там, плюс 10 падало по ночам там. Вот, они здесь выкучивались и забивали, получается, прилетки. Ну, как литки, вернее, забивали своими телами. И они вот выкучиваются такой, как бородой. Вот, когда пчелам жарко, получается, они открывают здесь вентилятор, сейчас и работают, открывают вентиляцию. Ну, а сейчас они просто делают мед. Сейчас стоит тут аромат. Просто пчелки делают мед. То есть им нормально, комфортно. На улице 20 градусов, как бы им все нормально. Ну, ни ветра нету, ничего. А когда они, если им сильно жарко, они, получается, выкучиваются и бородой свисают. Прям, ну, такой бородой, прям вниз, как рой типа висят. Вот это значит, что им жарко, и лишние пчелы выходят из улья. Вот. А если они просто здесь выкучиваются вот такими шапками, закрывая литок, то это наоборот, пчелам холодно, это не жаркое. Потому что, ну, некоторые пчеловоды думают, что вон моль, кстати, прилетела, и ее пытаются залезть, ее гоняют пчелы. То есть хорошо обороняется, нормально пчела. Вот, а моль с разгона пытается попасть в улей. Вот, все, отхожу. Вот. Ну, здесь вот так вот пчелка вот выкучивается, она охраняет. Здесь сокращен литок, потому что семья слабеет. Литок здесь уже сокращен. Вот так же. И вот моль пытается сейчас попасть, потому что моли сейчас нужно в конце лета срочно отложить яйца. И она сейчас всеми правдами и неправдами пытается попасть в улей. Пчелки защищают. Хорошо. То есть сейчас все нормально, вот, то есть пчелкам все нормально, комфортно. Но вот здесь вот тоже пчела более вот таким количеством, большим гораздо, и закрывает. То есть своими телами они закрывают, регулируют, сколько им нужно. И не вентилируют, не гоняют, то есть им прохладно. Здесь тоже видно, пчелкам более прохладно. Не стоят вентилятор. Здесь семейка послабее. Вот, но здесь стоит вентилятор. Здесь сокращенный литок. Здесь охрана и вентилятор сейчас там гудят. Внутри делаем мед. Сейчас пройдем еще сюда, посмотрим. Здесь тоже семейка послабее. Вот они как бы перекрывают своими телами. То есть если они вот выкучиваются, вот такой прям гроздь такая пчелы, и закрывают литок своими телами, это говорит о том, что им холодно. То есть литки надо срочно сокращать. И закрыть как минимум там верхние литки, у кого особенно, если такие на верхних литках пчелы забивают своими телами. То есть это им холодно. А, блин, аромат стоит обалденный. Как пахнет этот мед позднелетний. Такой прям запах у него, ну, обалденный. Ладно, в общем, вы поняли, о чем я. То есть, вот это, если борода висит и стоят вентилятор, сейчас там массовые гудят, значит им жарко. Если борода, ну, не борода висит, а выкучивается шапка такая из пчелы и закрывает своими телами литок, это им холодно. Наоборот, то есть вы должны принять меры по сокращению литков, закрыть сквозняком. В общем, как-то так. Пчелы сами, в общем, регулируют и сами показывают,
когда им холодно, когда им жарко. А пчеловод должен понимать это и принимать меры необходимые, если он может принять их. Ладно, спасибо за просмотр, всем пока.